Здравствуйте, уважаемые зрители! 18 марта в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова состоялось открытие 18-го фестиваля театров «Лицидей». Первым на сцену вышел коллектив Херсонского областного русского академического музыкально-драматического театра. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра, народная артистка Украины Ружена Рублева. Здравствуйте, здравствуйте. Ружена Анатольевна. Здравствуйте. Я так понимаю, что вот этот спектакль «Ханума», который называется, да, вы показываете в третий раз. В четвертый. Да, вот об этом спектакле. Как он ставился, кто режиссер этого спектакля? Расскажите, пожалуйста. Ну, идея появления спектакля в нашем театре принадлежит режиссеру-постановщику Сергею Потапову, ведущему актеру и режиссеру Малого театра города Москвы. Он приехал к нам с творческой поездкой в Скадовск, пообщавшись с нашим коллективом, с нашей труппой. Было принято решение о постановке именно этого музыкального спектакля. Мы музыкально-драматический театр, и, конечно же, нам хотелось в репертуаре иметь музыкальный спектакль. Была его идея, начались читки. Неделю Сергей Валерьевич был рядом с нами, в том месте, где мы сейчас находимся на время эвакуации. И потом он уехал в Москву. И через какое-то время поступило предложение из города Ярославля. Они пригласили нас к себе в театр для того, чтобы там, на их сцене, режиссер из Москвы мог работать с нами в связи с тем, что у нас сейчас нет своего здания, нет своей театральной площадки. Мы выехали в Ярославль. И две недели плодотворно работали над первым действием спектакля Сергея Валерьевича. Потом еще две недели мы были свидетелями удивительнейшего театрального события, фестиваля Волковского. Мы пересмотрели очень много спектаклей. Мы получили такой глоток нашего театрального воздуха. Вот. И там же на сцене театра в городе Ярославль мы показали художественному совету, если можно так сказать, первое действие, которое сделали за две недели. Не было у нас еще ни костюмов, ни декораций, собственно говоря, вот работали так, сдачу первого действия. Ну и спустя какое-то время стал вопрос о том, что спектакль должен все-таки жить, его необходимо доделать, его необходимо одеть. Должны быть какие-то декорации для того, чтобы театр мог показывать этот продукт не только в столице, во всей огромной нашей матушке России, но и прежде всего в нашем регионе, который сейчас очень нуждается в позитивном, в добром, в светлом, вот таком вот театральном действии. Поэтому мы приехали в Москву, доделали второе действие. И огромное спасибо Дому актеров за то, что мы получили приглашение. И два премьерных спектакля мы отработали в Москве в Доме актера. Третий спектакль мы отработали в Тульском театре, в Новомосковске. Тоже очень благодарный, чудеснейший зритель, аншлаг, теплый прием. Поэтому тот спектакль, который мы представили на открытии фестиваля, уже был четвертым. Как вас встретили в Ульяновске? Прекрасно. Вообще, вы знаете, мы ведь очень скучаем по зрителю, театральному зрителю. К сожалению, так пока складываются обстоятельства, что у нас все немножко по-другому. Но мы верим в то, что еще совсем немного времени пройдет, и наш зритель, преданный, любимый херсонский зритель тоже вернется в зрительный зал и будет аплодировать нам так же, как аплодировал нам Ульяновск.
А вот сейчас, где базируется театр, да, где, ну, вы, наверное, все равно, где вы находитесь в эвакуации, показываете какие-то постановки? Безусловно, да. Конечно же, театр работает, театр выполняет все свои функции. Мы находимся сейчас в Скадовском районном доме культуры. Переезжаем часто в Геническ, ездим по нашей области. Ну вот, если говорят, есть бродячие артисты, наверное, это про нас. Ну, люди ждут ваших выступлений? Сложно сказать, ждут ли, но во всяком случае принимают всегда хорошо. У нас ситуация такая, что мы заранее особо и не знаем, когда и куда мы приедем. У нас не очень простая обстановка в регионе, поэтому мы не всегда знаем, где мы будем, когда будем. А театр молодой, да, вот про актеров расскажите, как они, кто они, да, как живут? Как все актеры живут своей работой, живут служением театру. Вас много? Нас очень мало, нас 11 человек. Угу. Нас 11 человек, но на сцену выходит гораздо больше, потому что есть люди, преданные театру много лет. И у нас есть заведующий постановочной частью Валерий Андреевич Шелудько. Он на сцене уже более 40 лет. В свое время работал в театре как завпост, а сейчас совмещает и выходит на сцену как актер. Вот. Есть молодежь, которая прилетела к нам из Сахалина с маленьким ребенком, да, работает с нами. Есть очень хорошие творческие ребята, которые у нас, вот есть Саша Иванов, который сам написал сказку в такое непростое время, когда необходимо было поднимать вот состояние души человеческой, да, направлять его туда, где светло и радостно, особенно детки, которые переживали все то, что происходило. Он написал сказку, назвал ее «Доброе дело», и сам ее поставил, и мы ее показываем маленькому зрителю, и детям очень нравится. У нас очень хороший балет, их мало, но у нас очень хороший балет. У нас, ну, нет плохих, есть все те, кто работали когда-то и с нами вместе сейчас идут по нашей новой тропинке. Есть те, кто только пришел, и я надеюсь, еще придут, как только немножечко успокоится ситуация. В нашем регионе я уверена, что к нам приедут новые молодые и немолодые, и взрослые актеры и будут с удовольствием в нашей театральной семье творить. Ну, а вообще, вот вы вышли на сцену 18 марта. Это день воссоединения Крыма с Россией. 10 лет прошло. А вот как 10 лет жил Херсон? Очень сложный вопрос, а не то, что сложный, вы понимаете? Ведь когда человек творчески развивается, собственно говоря, мне кажется, он должен попробовать себя со всех сторон. Не всегда нравится то, что ты делаешь на сцене, но ты должен творить, и ты должен делать все так, чтобы зритель не понимал, нравится тебе, не нравится. Быть может быть, тебе действительно претит что-либо в этой ситуации. Но мы все честно работали. И скажу вам, конечно, сказать, что мы ждали чего-то. Нет, мы не ждали. Мы просто очень работали честно и надеялись на то, что когда-то придет время, и в конце концов правда, правда о том, что на самом деле происходит, должна победить. Не может так быть. Нельзя, унижая кого-то, пытаться строить светлое будущее. Так не бывает. Ни на сцене, ни в жизни, ни в семье, нигде нельзя так. Только созидать, только по-доброму, договариваясь, находя какие-то компромиссы. Только таким образом можно жить. Тем более такая огромная страна. Почему же? Что же делить? Нужно жить в мире. А здание, в котором вы работали, оно сейчас в каком состоянии, вы не знаете? Ну,
Кое-что, конечно, нам известно, то, что мы видим в соцсетях. К сожалению, обстрелы есть, они не разрушают, слава богу, пока наше здание, но здание стоит без окон, окна все забитые. А что там происходит и как, к сожалению? Какие ваши планы? Планы? Дождаться победы и мира. А вот с вашей творческие. Творческие, да, жизни. Как? Творческие планы. Ну, как в любом коллективе, хотя в нашей ситуации очень сложно планировать. Пока нет материально-технической базы, нет своей площадки репетиционной, нет своего помещения, очень сложно планировать. Но, тем не менее, конечно, планы есть. Мы очень надеемся на то, что сотрудничество с таким прекрасным режиссером, который смог найти подход к любому из нас. Мы все такие разные, и после всего пережившего очень непростые. Но, тем не менее, режиссер нашел подход к каждому из нас. И, наверное, поэтому на сцене все-таки вот есть труппа театра, вот есть тот костяк, есть тот ансамбль, который сейчас творит. Мы надеемся, что Сергей Валерьевич продолжит с нами творить и дальше. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время будет поступать финансирование, и мы сможем свои какие-то проекты, о которых мы пока никому не говорим, все-таки воплотить в жизнь. Прежде всего хочется опять-таки к детям обращаться, к детям, потому что они очень нуждаются в поддержке взрослых. Очень хочется, чтобы они улыбались чаще, чтобы не меньше сидели у телевизоров и за компьютером, а все-таки приходили на вот такое живое, настоящее общение. Поэтому планы есть, и я уверена, что все они будут реализованы. Спасибо большое, Рожина Анатольевна. Не за что. Желаю вам успехов, мира, добра. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, взаимно. Всего доброго. До свидания, уважаемые зрители.